Сегодня 6 марта. Всем добрый день. Сегодня у нас грустное видео. Напоминаю, что мы начинающие перепеловоды. Как всегда, как и многие, наверное, сталкиваемся с проблемами, трудностями различного характера. Сегодня в 6 часов наших перепелов включился свет. Все было хорошо. Мужички покричали, девчонки покудахтали. В 7 часов ребенок собирался в школу, заглядывал к ним. Все было хорошо. В 8 часов наших перепелов в количестве 21 штука не стало. Все полегли дружненько и быстренько. Ну, так как нам ребенку это все не объяснить, пришлось срочно взять новых 5 штучек. Вот теперь у нас наряду с грустным новички сидят. 5 девочек, несушек. Какие выводы? Скорее всего, мы взяли добавку от расклева, некачественная. При том, что она была не просроченная. И насыпала я им по нормативам всем не больше, чем нужно было. Тем не менее, произошла у нас вот такая ситуация. Так что знакомьтесь с нашими новичками. Всем пока!